«Атлас Арены» из польского города Лодзь работает волейбольная группа телеканала НТВ+. Алексей Мельников, Владимир Касторнов. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас второй игровой день и самые главные события этого игрового дня. Финальный матч за золото Европейской лиги чемпионов между местной командой польской Белхатовской «Искрой» и нашим казанским «Зенитом». Ну, для начала давайте мы поздравим московское «Динамо» с выходом в полуфинал уже Кубка ЕКВ. Динамовцы повторили, можно сказать, путь «Зенита». Сначала в полуфинале обошли итальянцев, команду «Монца». И вот теперь в финале им тоже предстоит встреча с поляками из Рисови. Вообще польские клубы попали во все финалы Еврокубков. Это прогресс всего волейбола. Это действительно прогресс. Это очередное подтверждение того, что, в общем-то, польский волейбол развивается по прогрессирующему пути. Год за годом не только топовые команды Польши, такие как Белхатовская «Искра», но и команды классом ниже поднимают свой игровой уровень и борются за финальные, в общем, за золотые медали в различных европейских турнирах. Вы знаете, почему это происходит? Потому что в Польше очень любят волейбол. Давайте посмотрим, как сейчас вот вокруг арены, ну, это снято было буквально полчаса назад, огромное количество людей, которые тратят свои деньги, которые покупают билеты, атрибутику, которые зажигают в фан-зоне вместе с теми же сувенирами, с горячительными напитками, что, впрочем, не мешает им потом болеть абсолютно от души и совершенно без какой-то агрессии. И словосочетание, вот эта праздничная атмосфера, она не передает вот действительно той обстановки, которая творится около «Атлас-арены». Здесь накрыты огромные шатры, ну, не знаю, наверное, на тысячи человек, где люди сидят, едят какие-то сэндвичи, выпивают пиво. Стоит огромный монитор, вот сейчас на заднем плане вы видите между деревьями, где выступают какие-то группы, группы поддержки, музыканты. Все это взаимодействует с болельщиками, с тысячами, которые там разминаются. Те, кто не может попасть в зал, они остаются здесь, на этой площадке, смотрят на большом мониторе волейбола и точно так же поддерживают свою команду, только со стороны, с внешней части «Атлас-арены». Вот поэтому действительно польский волейбол растет, поэтому дает результаты. И сегодня для польских фанатов, ну, супер праздник, потому что впервые их команда будет играть в финале Лиги Чемпионов. С третьей попытки «Искра» вышла в этот самый финал. То есть сегодня уже закончился матч за третье место. Давайте посмотрим, чем, собственно, он закончился. Итальянская «Трентино» встречалась в поединке за третье место с турецким «Аркасом». И, если честно, выделить этот матч или сказать что-то особенное о нем, конечно, очень тяжело. По большому счету, итальянский клуб на классе, в общем-то, в полноги разделался со своими соперниками с общим счетом 3-0. И ни в одной партии настоящей борьбы не было. Более-менее видимость какого-то противостояния было в начале первого сета, а затем итальянцы, в общем-то, задействовав свои главные козыри, мощную подачу, очень хорошее нападение, общую игру в целом на классе обыграли «Аркас», который, как нам показалось с Алексеем, не особо и стремился что-то в этом матче сделать. Ну да, по сути, три сета, которые закончились почти с одинаковым счетом. 25-20, 25-19 и 25-19. «Трентино» низвержен с пьедестала. Три года подряд он был лучшей командой Европы. Сегодня итальянцы свой титул уступают. Ну а кому, да, сейчас мы, собственно, это с вами узнаем из финального матча. Ну вот таким матч за третье место, может быть, не слишком зрелищным получился. Я уверен, что противостояние Белхатовской «Искры» и казанского «Зенита» будет на порядок напряженнее. Ставки здесь все ставят разные, кто-то на Казань, кто-то на Белхатов. Но мы с Алексеем уверены, что как бы там ни было, тремя партиями вряд ли закончится. «Искра» в полуфинале должна была получить как раз «Трентино». Если бы «Локомотив» из Новосибирска прошел турецкий «Аркас», справился бы с той напряженной атмосферой, которая встретила их в Турции. Но в итоге с «Аркасом» играли поляки. И вот как этот матч проходил. Вот знаете, что мне в этом матче особенно запомнилось? Это, во-первых, абсолютно невыразительная игра Белхатовской «Искры». Мы видели эту команду в различных соревнованиях, в различных составах. И за все это время, наверное, во вчерашнем матче Белхатов показал
свой самый слабый волейбол, несмотря на победу со счетом 3-0. А как думаешь, это нервы, это волнение, влияние публики? Я думаю, все вместе. И та огромная ответственность, которая сейчас лежит на Белхатове, как мы уже много раз говорили, все ждут, что именно в этом финале четырех Белхатов сможет подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. А если обратиться вот к суровым статистическим цифрам, то они говорят сами за себя. По соотношению плюс-минус выигранных, проигранных мячей, Аркас сыграл минус 19, а Белхатов минус 2. То есть даже с отрицательным показателем в этом компоненте, в этих компонентах, Белхатов смог обыграть своего соперника. А полностью Белхатов, несмотря на свою победу, проиграл подачу своим соперникам. Из 77 мячей 20 раз они ошиблись и всего лишь 3 мяча выиграли. При том, что Аркас ошибся ровно на 10 мячей меньше, 10 ошибок и 4 выигранных мяча на 1 мяч больше. Это только в одном компоненте игры такое преимущество было у Аркаса. Ну и вот самый напряженный третий сет, который, видите, закончился качелями на больше-меньше. И, наверное, особое внимание в этом матче, вот концовку третьей партии, лучше всех провел Курок. Бартош Курок, 7-й номер, доигровщик Скры. Давай заодно уже представлять лидеров нашего оппонента. Абсолютно. Курок, равно как и Мариуш Влазлый, основной диагональный игрок, были, наверное, самыми яркими, заметными игроками в составе белхатовской Скры. Немного разочаровал Винярский, кстати говоря, который по своему классу очень сильный игрок, но в вчерашнем матче показал усредненный уровень своей игры, без каких-то всплесков сыграл. И, наверное, Яцек Навроцкий рассчитывал на более качественную игру. Ну и на пресс-конференции после матча капитан команды Мариуш Влазлый сказал, что этот момент войдет в историю клуба. Мы наконец-то дошли до финала. Мы третий раз проводим этот финальный турнир. И два раза уступали российским командам. Динамо ТТГ из Казани, а затем московскому Динамо проигрывали полуфинальные матчи. Вот мы встретимся с россиянами, но уже в золотом, в главном финале. Ну а Яцек Навроцкий, наставник команды, отметил огромную помощь болельщиков, сказал, что, наверное, клуб сегодня не показал своей лучшей игры, но обещал исправиться сегодня на финале. И, Володь, вот как ты думаешь, а не получится ли наоборот от того, что они хотят сыграть еще лучше, но вот это двойная ответственность перед тем, то есть ты уже в шаге от титула, не получится ли хуже? Ну, конечно, тяжело сказать заранее, получится хуже или лучше, но то, что давление сейчас колоссальное будет, это совершенно однозначно. И только от самих волейболистов белхатовской Скры будет зависеть, насколько они хорошо с этим справятся. Дорогие друзья, мы не зря заостряем это внимание. Если бы вы были сейчас в зале, вы бы видели, что здесь творится. Давление колоссальное. Вроде бы, с одной стороны, это поддержка, а с другой стороны, это огромная-огромная ответственность для Белхатова. Ну что же, вот уже видите, реют знамена, поют песни, причем все дружно, хором, опять все с атрибутикой. Ну, картина просто потрясающая. И вот с этим нужно сегодня бороться нашему казанскому «Зениту». Вчера в матче с Трентино такого давления, конечно же, не было. И часть фанатов польских даже помогала нашим болельщикам, давал свою атрибутику, барабаны. Тут главное было справиться, наверное, с таким комплексом Трентино, ведь ни разу в официальных матчах «Зенит» итальянцев не обыгрывал. Вот первая партия была крайне напряженной, как вы все прекрасно знаете. На больше-меньше играли команды до счета 33-31. И вот буквально в концовке первого сета Трентино смогло сломить противостояние казанцев. И вот после этой упорной концовки, и особенно после того, как началась вторая партия, также проходившая под диктовку Трентино, у многих некие опасения возникли за исход матча. Но в дальнейшем, хочу сразу сказать, наши ребята показали фантастический волейбол, фантастическую игру. Полностью деморализовали соперника, не побоюсь этого слова, особенно в четвертой партии. И ключевую, наверное, роль в этой итоговом результате сыграл Макс Михайлов, который своей подачей раз за разом позволял нашей команде выходить вперед. А если посмотреть опять в итоговую статистику, то Трентино сыграла вчерашнюю игру минус 25 по соотношению выигранных и проигранных мячей. Для сравнения, Казань провела эту встречу плюс 12. Вот такое преимущество. И как раз подача Макса Михайлова, который в итоге 6 очков набрал в этом компоненте, а в целом по команде 11-0 выиграть подачу. Ну, в общем, это, конечно, о многом говорит.
И кроме Макса еще, конечно, стоит отметить Евгения Сиважелиза. Он в первом сете был вообще самым лучшим у нас по набору очков, в итоге стал вторым. У Михайлова 26, а у Жени Сиважелиза 22 очка. В общем, ну какой-то был просто супер день. Очень хочется, чтобы Евгений сегодня поддержал этот свой уровень. Абсолютно. И 11 эйсов мы положили Трентино, при том, что они ни разу не выиграли нас вчистую. Были у нас затруднения в приеме на подаче Берарелли по линии, по первой зоне. Ну, там были недоводки, а вчистую 11 мячей. Это очень достойно. Мы вчера играли здорово, и только хочется пожелать нашим ребятам, что сегодня будет такая же игра. На пресс-конференции выступали, собственно, как стоит отметить, что после матча Владимир Олегов попросил не общаться с игроками, взял некую, ну, такую паузу в общении с журналистами, но если сегодня ребята выиграют, мы все поймем и простим. В итоге мы довольствовались лишь теми заявлениями, которые Владимир Романович и капитан команды Александр Волков сделали на пресс-конференции. В общем-то, могло в одну или в другую сторону. Сегодня, если касаться «Зенит-Казань», то он мне помог. Но я так думаю, что не это самое главное. Главное, что нет нервозизма игроков, нет какого-то там эмоций негативной в сторону судей. Вот, это важно. Это важно очень. А там угадал, не угадал, я раз не угадал, потом два угадали, это... Мне кажется, в этом больше, что команда, есть возможность команде более сконцентрироваться на работе, чем на судьях. Все вместе. И «Искра» будет играть в своем зале, если очень много болельщиков, которые будут болеть за них. И плюс то, что сказал Матэй, они сегодня сыграли не на 100% от своих возможностей. Я думаю, «Искра» покажет более сильную игру. Посмотрим. Все увидим только завтра. Если честно говоря, уже... Через это время, которое прошло после матча, говорить о сегодня в матче не очень хочется. Все мысли уже о завтрашнем дне, должны готовиться. Да, конечно, рад. Конечно, появился шанс. И, ну, мы готовились к этой команде, готовились именно и тактически, и технически. У нас было время. Рад, что что-то и все, но что-то получилось. Вот. И тем более рад победе. Но будем думать о завтрашнем дне больше. Ну, там команда справилась с приемом в первом сете, естественно, такого уровня. Они должны забивать практически все мячи, поэтому были проблемы с блоком. А по поводу болельщиков, да, очень приятно, что болеют. Это, конечно, чувствуется. Крики, эмоции, это помогает. Я бы еще, конечно, особо отметил Сашу Волкова, который шел к этому финалу, который пытался выиграть здесь 2 года назад вместе с московским «Динамо», но уступил Трентино. И вот он какими-то сверхтемпами восстановился после травмы, после операции на колене. И целью его был финал Лиги Чемпионов. Трентино уже прошли, теперь осталась польская «Искра». Вот эта вот фантастическая аудитория, которую вы слышите. И, в общем, будем надеяться, что у наших ребят хватит сил и энергии на сегодняшний матч. Ну и сейчас самое время передать слово нашему корреспонденту Александру Аксенову, который расскажет о том, как команды добирались до этого финала. Александр неоднократно говорил о том, что у него такая есть большая, серьезная мечта о выиграть Лигу Чемпионов. И даже ради этого он на один сезон отправлялся в Пуньо, в Италию. Тогда, как мы помним, до финала «Искры», дойти его коллективу и самому нашему центральному подающему не удалось. А будем надеяться, что сегодня вот эта мечта сбудется. Мы, естественно, об этом тоже мечтаем. Что касается той обстановки, которая сегодня здесь, на арене, Атлас-арене, то я очень надеюсь, что вы меня слышите, поскольку я нахожусь как раз в непосредственной близости от зрительских трибун. И здесь вот за эти 10, там, 8 минут до начала матча обстановка феноменальная, и я не... поближе к арене, фотографировать не только игроков своего клуба, но и соперника, прекрасно понимая, что приезд казанского «Зенита» – это приезд великолепных волейболистов, приезд звезд. Что касается непосредственно команд, то уже вчера мы говорили о том, что
что Владимир Олегнов попросил не трогать волейболистов. По большому счету, наверное, и их же также попросил не давать интервью. И вот этот шаг, он, безусловно, говорит о том, насколько вообще команда готовится к этому важному поединку, каков настрой. Наверное, если говорить о каких-то моих журналистских желаниях, то, конечно, было немножко обидно. Но все-таки мы болеем, мы, помимо всего прочего, и просто болельщики. И на что бы наши клубы ни шли, главное, чтобы был результат, главное, чтобы команды побеждали. Что касается польской «Искры», то так уж случилось, что наша съемочная группа, весь наш коллектив НТВ Плюс, как раз живет в той самой гостинице в центре Лодзи, где проживает непосредственно и вот эта белхатовская «Искра». О том, что клуб находится именно в этом отеле, как-то вот сигнализирует автобус «Искры», который постоянно находится у главного входа. И, в общем-то, волейболисты «Искры» вчера после выигранного полуфинала никаким образом не выдавали своего волнения. Они спокойно выходили из отеля, общались с болельщиками, которые в буквальном смысле часами простаивают у входа в отель для того, чтобы встретиться со своими кумирами. То не было никакого ощущения вот такой замкнутости, закрытости, перенапряжения. Хотя, безусловно, здесь уже неоднократно фигурировали мнения, и местные, и болельщики, и игроки, и тренеры высказывались в прессе о том, что сколько раз уже здесь, на этой прекрасной Атлас-арене, проводили вот эти финалы четырех, а «Искра» никак не может победить. И, безусловно, сегодня они, волейболисты этого клуба, приложат все усилия. Ну а «Зениту», по большому счету, придется, конечно, бороться не только с соперником, но и вот с этими 14 тысячами, которые, в общем-то, сегодня будут переживать за своих. Наверное, в какой-то степени могу сравнить вот эту обстановку с той, которая была в «Измире», где играл новосибирский «Локомотив». Тогда там было безобразное боление, безобразные провокации, и «Локомотив», конечно, с этим, наверное, не справился. Сегодня здесь будет совершенно другая остановка, доброжелательная, но весь зал будет болеть против казанской команды. Поэтому будет очень сложно, и помимо соперника придется бороться еще и с этим. «Искра» очень хочет выиграть, но нам на это обращать внимание не стоит. Мы, конечно же, ждем, что выиграет «Зенит». Передаю слово коллегам Алексею Мельникову, Владимиру Касторнову. Надеюсь, что все мои слова были услышаны. Еще раз добрый вечер. Так вот сейчас выглядит арена. Там польские режиссеры с удовольствием многократно показывают эти переполненные трибуны, огромное количество баннеров, поддержка. А вот и наша фан-группа. Спасибо, ребята, что вы здесь, что вы помогаете своей команде побольше, побольше таким же энтузиастам. А вот люди находятся здесь и в наушниках специально для того, чтобы не слышать этого сумасшедшего шума, который здесь стоит, чтобы не оглох. Ну да, это похоже на соревнования Формулы-1, когда люди ставят себе беруши. Вот на волейболе я такого не видел, конечно, впервые. Ну что ж, друзья, у нас финал, самое главное событие европейского клубного сезона. Лига чемпионов, казанская «Зенит» сейчас поборется за золото, за первое место против местной белхатовской «Искры» при сумасшедшей поддержке местной команды своими болельщиками. Зал битком, 15 тысяч официальная статистика, ну уж не знаю, журналистами, не знаю, обслуживающим персоналом, может быть, и больше сюда влезло, но ни одного свободного места я нигде не вижу. Сидят в проходах люди, где там, возможно, это вокруг площадки стоят. Поэтому сегодня поддержка Белхатова будет просто фантастическая. Совсем рядом с нами скамейка «Зенита». Вот ребята отходят. Ребята, ну так, конечно, немножко напряжены. Да, в общем, определенный прессинг и давление чувствуется. Очень собранные, очень сконцентрированные. Ну, как раз мы видим эту скамейку, Владимир Олег, но его команда. Мы ровно за ними. Ну, лица наших ребят сейчас выражают максимальную концентрацию. Все понимают ответственность, все понимают, что стоит на кону. Ни много, ни мало золота Лиги чемпионов. Ну, с другой стороны, у некоторых волейболистов нашей команды есть опыт побед в Лиге чемпионов. А Паликов, второй лидера Бабичев и наш связующий Валерий Вермилия. Поляков такого опыта еще нет. По игрокам действительно наши ребята гораздо более опытные, прошли огонь и воду в
всех возможных европейских и мировых клубных турниров, я имею в виду чемпионат мира клубный, где несколько лет подряд бьют с тем же самым Трентино, который вчера очень успешно был повержен нашими ребятами. Мы, конечно, все надеемся, и вся зрительская аудитория, которая сейчас собралась в своих экранах, на то, что Казань в сегодняшнем матче против Глухатова покажет как минимум игру не хуже вчерашней. А вчера мы по всем позициям, по всем статьям разгромили своих итальянских соперников и абсолютно заслуженно оказались в сегодняшнем финале. Александр Волков, который тот, что был на ваших экранах, вчера Саша, я даже подчеркнул себе его статистику, 73% эффективность его нападения. Из 11 его 7 мячей забил, всего лишь одна ошибка, остальное в игре. И это только после травмы человек восстановился. Поэтому честь и хвала Александру за мужество, за волю к победе. Вперед и только вперед можно пожелать нашим ребятам. Последние наставления. Яцек Навроцкий, Владимир Олегна перед появлением стартовых шестерок на площадке. А пока арбитры сегодняшнего матча на ваших экранах. Деян Юванович, сербский специалист, будет сегодня на вышке. Мел Лабаста, тоже опытнейший, честно помогать и, соответственно, отслеживать систему видеочеллендж. Вчера единственная ошибка судей была в нашу пользу. Как раз вот этот видеочеллендж помог ошибку исправить. Буквально переломить, не то чтобы переломить, но так дожать течение четвертой партии. Так, отрыв уже вырос прилично. И вот шестерки выходят на площадку. Николай Паликов под номером 3, под пятым наш призывник Валерий Вермильо. Евгений Сиважелес, доигровщик номер 6, 7-й капитан команды Александр Волков. 10-й Юрий Бережко, еще один доигровщик. Макс Михайлов, диагональный, и оба лидера. Алексей Армачевич 15-й, Вячеслав Бабичев 17-й. Вот 7 человек, которые начнут эту игру. По сравнению со вчерашним матчем никаких изменений в составе не было. И вот поляки, Мариуш Влазлык, капитан команды, Даниэль Плинский, центральный блокирующий. 7-й номер, доигровщик Бартош Курок. 10-й номер, Ель Паласко, связующий из Испании. Михаил Винярский под 13-м номером, Мартин Мазонок под номером 17 и под 16-м номером либера команды Заторский, молодой принимающий, который, кстати, вчера-то у нас сыграл минус 4 в матче против Кузьмира. Сейчас пока вот был этот перерыв между матчем за третье место и финалом. На улице я видел какие-то большие черные лимузины. Видимо, правительство Польши действительно приехало сюда. И где-то сейчас вид мужа здесь находится. Возможно, нам это покажут. Но вот эту шутку, которую ты вчера упоминал, о том, что заседание парламента может пройти на Атлас-арене, наверное, действительно это так. Ну, здесь все, кто только может, все значимые лица и государства, и, соответственно, мэрия, Лодзи, которые оказывают сумасшедшую поддержку команде. Вчера мы говорили в нашем репортаже, что очередной зал строится рядом с этой огромной Атлас-ареной. А такой тренировочный, игровой, чуть меньше вместимости, но не менее современный, чем арена, на которой сейчас проводится матч. И все это для того, чтобы волейбол в Польше развивался. Вообще это трудно понять, но футбол в Польше менее популярен, чем волейбол. Я уже много раз говорил, на первом месте популярности, никогда не догадаюсь, что спидвей в Польше, на втором месте волейбол. Но я думаю, что сейчас волейбол может спидвей обогнать. Ну да, тем более поляки добились права проведения чемпионата мира. Получше уже проводили европейское первенство, женское, следующее, даже мужское. Турниры сыпятся просто. Один за одним. Лиги был, да, только потому, что ребята польские умеют проводить эти турниры. И все на высочайшем уровне. Все не просто на высочайшем уровне, а поляки одни из немногих научились на волейбольных этих мероприятиях зарабатывать. Вот благодаря этой сумасшедшей посещаемости и самодаче польских болельщиков, это коммерчески прибыльное мероприятие. А вот и первый эйс Николая Паликов записывает очко на свой счет, а Павел Затоцкий ошибся явно в этой ситуации. И блок. Блестящий блок. Евгений Сиважелес накрывает атаку Мариуша Влазлыса.
со второй зоны, даже не с задней. Женя во вчерашней игре блестяще себя показал. Ну, настоящее открытие этого матча с Максом Михайловым и Волковым. Они были такой три у наших лучших игроков. Но от Макса мы ждем такой игры. От Жени, конечно, не то чтобы не ожидали, но превзошел сам себя. Ну, хорошее начало, 3-0. Конечно, совсем другая атмосфера. Полтора часа назад закончили финансировать матч за третье место, который покажет вам в записи. Ну, совсем не то ощущение. Здесь и праздник, и нерв, и ответственность колоссальная, которая и над игроками, совсем не тоже не чувствует. Макс Михайлов. Очень хорошо. Стык поверх Вермилью. Но сегодня Валерию будут на блоке использовать. На линии рядом с таким блокирующим, как Волков. Там если его желез, он там так наименее сильно блокирующий считается. Хотя у Вермилью очень приличный блок для связующих. Поэтому максимальное количество атак сегодня из четвертой зоны. Сразу снимаемся с подачи Курока. Конечно, надо бы поначалу как можно больше прессинг оказать на соперника, не дать ему войти в свою игру, в свою колею. Не дать завести, самое главное, потому что трибуны заведутся вслед за игроками. Или наоборот, не знаю, они, думаю, мы друг друга будут заводить. Малейший всплеск в игре будет подхвачен этими тысячами рук и голосов на Атлас-арене, поэтому лучше до этого не доводить. Здорово смягчили. Волков первым темпом, блестяще. Сыграли зону немного низко, но Саша находит лазейки. Вот смотрите, фактически с одного шага он поднялся. Разбега у него долгого не получилось. И в стык забивает. 6-2. Разыграли дыр-дыр, но в нашу пользу. Ошибка. Плински. 7-2. Притихли трибуны, дорогие друзья. Вы этого не слышите, но мы с Алексеем очень четко ощущаем. Мы стали лучше слышать друг друга. Ну вот, да, задержка мяча. Вы думали Плински и Евгений Сиражилев. Планер, наверное. Нет, смотри, как он чередует. То планер, то силовая. И опять блок. К сожалению, блок-аут. Поляки живут отдельно от всех команд. Мы как раз в этом же отеле сами расположились. И сегодня с утра видел, что постоянно фотографируют с автобусом. Вот стоило ребятам выйти подышать воздухом, попить кофе в кофейне напротив, но тут же просьба об автографах, об этой фотографии. Может быть, это тоже должно отвлекать. Вроде как укрылись от соперников, но от этого всеобщего внимания, которое в городе, им просто не уйти. Ну, колоссальный, да, тут интерес к волейболу, к этому турниру в частности. Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что нигде в мире сейчас так не болеют вот на клубном уровне уж точно. Белхатовская «Искра», я не знаю, уместно ли такое сравнение. Вот в волейболе в Польше, наверное, то же самое, что Барселона в футболе в Испании и вообще в мире. Вот только достижений таких пока нет. Пока достижений нет, но... Смотрите. Ни единого свободного места. И еще поляки умеют и любят болеть. А вот наши. Тот же молодой человек в пилотке статус рвать на щеке, которого, о котором мы вчера уже рассказывали. Обратили на него внимание. Его наказ наши ребята выполнили в матче с Трентино. Ждем того же самого и сейчас.
Отличный блок. Бережков подстраховал Апаликова, поднял, смотрите, с первым темпом. И, по-моему, атака в сетку. Даже не перебил, да. Абсолютно верно. Сетка. И снова Саша Волков на подаче. Опять Винярского была подача. Отлично, еще один блок. Николай Апаликов, Юрий Бережко. Плюс 7 у Казани. Абсолютно разгромное начало для волейболистов Белхатова. Укороченный, тактическая, Винярский. Еще один блок. Браво, Апаликов. Вот это чехлы раздаем мы сегодня в начале первого сета. Первый тайм-аут на Вроцке. Оказались не готовы к такой игре на сетке польские ребята. А такой же вполне квалифицированные там нападающие, да и блокирующие. Там Матвенок 2-10, Клинский 2-0-5, да, или такого же роста. Да, 2-0-4. У нас именно командный мир действует. Смотрите, успеваем переместиться в край и закрыть двойным, тройным в основном атаку крайних нападающих. Но Мазонок сам не перебил. Команды вернулись на площадку. Александр Волков продолжает подавать. Эти тайм-ауты. Еще одна укороченная. Ну, сам Мазонок сейчас принял и атаковал. Паласка отличную передачу ему выдал. Вот поле заряжен. Николай Апаликов. У всего эйса, в принципе, и началось вот этот наш отрыв. Ох, Вермилио хотел. Тяжело было через Мадзонока это делать. Вот сейчас мяч был точно в ауте. Касание блока возможно, но мяч, может быть, будет повтор хороший. Нет, вот отсюда, ну не очень видно. А вот блок был. По пальцам вернили. Фаласка в сетку. Вот то, что пытался Вермилию сделать сейчас, вот эту скидку свою корону, она у него часто проходит, и все здорово он делает только через Мадзонока. Опасно. Просто, да, вытянув руки, он этот мяч смягчит. Но зато смотрите, как Вермилью отлично отрабатывает. В Курока, в угол пятой зоны, конечно, 2-0-4. Там сложиться и принять слева от себя непросто. Я так понимаю, задание Владимира Олегова максимально нагрузить Курока. По вчерашнем матче Курок, сейчас скажу вам, сколько он у нас принимал. 57% эффективность позитивного приема и 14% на 2 плюса. Всего 7 подач с него. Да, тащили прием, в принципе, Лидера и Винярски. Но качество доводки хуже всего. У всех остальных, если у него 14 на 2 плюса, у остальных 33, 36 и 50. Ребят, сейчас протереть площадку. 7 мячей по-прежнему ведем на подаче Мадзонока. Ну вот сейчас блок-аут абсолютно. Что было? Спорный, да. Вермилью был в первой линии, и этот мяч, смотрите, отыграл от блока, хотя... Видимо, пытался пасовать. Вот это касание. И арбитр сначала отдал очко соперникам, затем показал спорную.
Напомним, что главный арбитр тоже может попросить своего помощника посмотреть видеоповтор, если он не уверен в какой-то ситуации. Или капитан, или сам главный судья. Вызвать видео-челлендж. И снова Евгений Севажилис. Включаем его на групповом блоке. Проходит удар. И опять не самый сильный. Вот находит Женя лазейки. А Фаликов здорово. Урок по линии. Это его коронка. Выход в ход и хороший перевод. Смотрите. Вот, показал и увел в линию. Четко в площадке. Мариус Владло, капитан Филхатовской «Искры». Макс Михайлов показывает, что может не только нападать, но и принимать. Страховка сейчас нам чуть-чуть. И посмотрите, в принципе, чистит мяч. Мачаев. Надо было Мачаеву кричать. Да. Надо было кричать, что он готов был поднимать, тогда бы они не помешали друг другу с перешло. Влазлы в сетку, это неплохо, так как у Мариуса сумасшедшая подача. Если она полетит, то любым принимающим будет тяжело. 16:10, осталось технический тайм-аут в первой партии. Пока все в пользу Казани. Отличная игра. Отличный блок у наших ребят. На воздухе есть что сказать. Я помню, как 2 года назад был безумно расстроен Волков после поражения от Тринчина в финале. Игру-то в полуфинале динамовцы выдали очень хорошую. Помнишь, 3-1 с Крупнича одолели, а в финале вообще ничего не получилось. И вот это очень расстроило ребята, а Саша Волков так близко всегда принимает к сердцу. Не зря он капитан сейчас в «Зените». И он просто безумно был расстроен, и очень хотел вернуться в этот финал. Может быть, даже хорошо, что он проходит снова здесь, в Лодзе. Это дополнительный для него стимул, мотивация, рыбная злость какая-то. Макс Михайлов здорово после перерыва подавал. Ну что, заступ у Влазлы при атаке с задней линии. И 17-е очко у казанцев. Вот заступ. Сантиметр буквально, но четко все фиксируют арбитры. Кстати, вот эта система видео-челлендж не позволяет между телинейным арбитром, как мы всегда говорим, что кто играет дома, тот 1-2 очка за сет от линейных в спорных ситуациях получит. Здесь этого нету. Здорово достали мяч этот. О, отлично! Без блока. Обязательно добить. И еще раз. Спокойненько разыграли. Блестяще. Розыгрыш фантастический. Достали здесь со скамейки. Потом без блока Влазлы атаковал, подняли. Обмочаев, по-моему, руки еле-еле Алексей успел поставить. Очень самоотверженно, очень здорово сыграл в этой ситуации. И Макс Михайлов завершил этот розыгрыш. 18-10. Влазов не рискует. А Сева Желез уверенно. Стык забивает. Немножечко залетел уже после приземления на сторону соперника. Извинился перед ребятами. Неприятный стык. И 19-10. Яцек Навроцкий очередной тайм-аут вынужден взять. Такая разница, конечно, не достается, так что первый сет, можно сказать, «Зенит» уже взял. Главное не забывать о том, что матч состоит из 3 выигранных партий. И не отпускать соперника, пускай они будут в таком состоянии, когда непонятно, что делать с «Зенитом». Пускай они мучаются, тренер придумывает варианты. Вот эта стратегия пока работает, надо ее держаться.
наши ребята раньше, чем поляки выходят на площадку. Готовы продолжить. Михайлов продолжит подавать. Эх, чуть-чуть мяч от троса не перевалился на сторону соперника. Ничего страшного. Урок у Белхатова. Тоже очень неслабая подача этого волейболиста. Отлично. Какое взаимодействие Вермилью и Волкова. Саша пока действует безукоризненно. И еще раз хочу похвалить Валерию Вермилью. И вчерашний матч, и вот начало сегодняшней игры — безукоризненные действия. Это лучшее. Вчера, по крайней мере, было лучше. Играл в исполнении Вермилью. Из того, что видели мы, а мы как минимум все матчи Лиги Чемпионов прокомментировали, посмотрели некоторые игры чемпионата России, естественно, видели. Ой, отлично подстраховал Мачаев. И влез под пилот на ту сторону. Кстати, наверное, стоит поблагодарить и весь медицинский штаб «Зенита» за то, что так быстро Волков вернулся в строй. Операцию делал немецкий доктор, которого специально привезли в Казань. В общем, это тоже определенное вложение в здоровье игрока. Можно было отправить его в Германию, но так было решено, что так гораздо быстрее пойдет восстановление, гораздо легче будет Саше Волкову вернуться. Вот что мы и наблюдаем в финале Лиги Чемпионов. Бережко блестяще. Отличный Юра. На высоте по пальцам. Вот как только пока Бережко держит высоту в нападении, у него все получается. Как только немного проваливается, начинает бить под себя, там возникают некие проблемы. Пару раз вчера прихватили Юру. Ну, это как бы ничего страшного. Небольшая ремарка. Винярский один в один против Вермилью. Хотел Олег сделать замену, Гуцалюк вместо связки, но не успели. Вчера, помнишь, такая же ситуация была? Да, которая, да, да. Закончилась свистком за задержку времени. И вот, смотрите, очередная борьба на сетке. И наши ребята до конца бьются. Вот Юра Бережко опять отыгрался. Еще и касание там троса было вверх. У поляков. Вермилью вал. Приняли укороченный мяч. Отличная скидка Михайлова. Снайперская. Посмотрите, траекторию и куда. Четко сверху вниз, за блок, на опускание, и там не достать. Юрий Бережко. Непонятно, почему написали оппозит напротив его. Знаешь, Сиважилис тоже самое написали. И блок, блок одиночный. Сетбол у наших ребят с разницей в 10 мячей. Первый сет мы выигрываем, первую партию. Ну, явно она уже за «Зенитом». И трибуны молчат, Алексей, чувствуешь? Вообще никакого давления, все тишина. Зато фанатский сектор казанского «Зенита» беснуется. Максимально поддерживает своих ребят. Урок блокаут. Вот они. Фанаты, приехавшие сюда поддержать «Зенит». Мадзонок. Вот не очень понял я, почему здесь принимала Паликов. Но зато Коля может здорово забивать. И принял, и забил.
25-15 с разницей в плюс 10. Мы заканчиваем первый сет и ведем в золотом матче Лиги Чемпионов против Белградовской Искры 1-0. Молодцы, ребята. Сейчас посмотрим на статистику. Мне вот вспомнилось, что вчера второй сет, который «Зенит» выиграл у Трентино с разницей в 5 мячей, тогда был колоссальный перевес на блоке 6-0. Вот интересно, сколько сейчас. Потому что именно по блокированию и подаче, плюс два этих компонента. И вот что мы видим. 2-0 на подаче и 4-1 на блоке. Ну и меньше своих собственных ошибок сделал казанский «Зенит». Паласка объясняет что-то своим игрокам. Саммари смотрим. Вот Апаликов. Сколько чехлов он сегодня раздал сопернику. Сейчас по статистике нам принесут, нам скажем все точно. Один был авторством Сиважелеза, второй. По-моему, Макса Михайлова. Да, вполне может быть, даже два были. Апаликова. Два точно блока было. Но формула все поточнее скажем. Здесь достаточно оперативно работает обслуживающий персонал, который нам приносит, ну не только нам, естественно, всем комментаторам, которые здесь находятся, статистику после каждого сыгранного сета. Притихшие трибуны. Не опускают руки болельщики Искры. Внимательно наблюдают за всем, что происходит. Очаровательные девушки на трибунах. Вот видите, вот эта раскраска. Это специальные люди ходят перед залом с красками, кисточками. Бесплатно всем желающим рисуют флаги, цвета белградовской Искры, флаги Польши, цвета Польши, естественно. Поэтому тут подготовка такая основательная. У всех, смотрите, сейчас замахали такими листочками, бумажками с надписью, с символикой Искры, спонсоров команды. Там еще какой-то гимн, наверное, написан, интересно. Польские команды «Искра». А может быть, вот все, что они подпевают хором, я думаю, там как раз подсказки, все эти песенки, которые весь зал заводит как один. Вот мы получили только что статистику, сразу в нее смотрим. Преимущество на блоке у Казани 5-1. Всего лишь один блок у наших соперников, 5 у нас, из них 3 у Апалика. Вот на один мяч я ошибся. Что еще интересного? Кстати говоря, Белхатов пока принимает лучше, чем мы. 64% позитивного приема у нас 58%. И доводка на 2 плюса 41%. А у Искры 42% у нас. Но здесь равенство фактическое. Мы сильнее в нападении. 48% эффективность нашей атаки. Всего лишь 39% у Польши. Четырежды Искра ошиблась на подаче, два раза ошиблись мы, но при этом мы два раза еще и выиграли. Видеоповтор, похоже, просит Макс Михайлов, но этот эпизод не регламентируется системой видеоповторов. Еще раз напомним, 4 момента можно попросить посмотреть, мяч был в площадке или за, было ли касание мячом антенны, и, соответственно, игрок заступ его, и касание игроком сетки. А вот такое касание мячом блока, это не регламентируется. И смотрите, Искра выходит вперед 3-0. Ну, тут не надо обольщаться по поводу первой партии. Очень здорово мы ее провели, но, конечно, тяжело именно в таком ключе играть всю игру. Такого и не бывает в матче такого уровня и примерно равных соперников. Я, знаешь, еще по первому сету, наверное, отметил бы
активность в атаке Курака. Конкретно этого игрока, лидера команды. 7 передач он получил, больше всех забил 2 ошибки, дважды был заблокирован. И эффективность всего 29%. А в Лазло и того ниже, 20%. Диагональные основные бомбардиры из группы игроков. А у нас опять основные игроки. Это Сивы Желез, 75% эффективность атаки. Из 4 забил 3 и ни одного не проиграл, в игре оставил. Макс Михайлов забил из 5 3, 60% эффективность. Основные игроки на площадке. Один, вот 17% сейчас показывает эффективность нападения у Влазла, еще меньше, чем та статистика, к которой мы обратились. Волков первым темпом, браво. А вот что такое начало, сейчас поднимет и трибуну, скоро повела. Ну и сама команда, в общем, наверное, как с чистого листа сейчас снова вошла в эту игру. Другого выхода нет для Скры. И опять мы продолжаем раздавать блоки. На этот раз Волков и Вермилио накрывают как раз Курака. Вот в этой ситуации он почему-то решил при плотном организованном блоке решил играть через Волкова. Не самое лучшее решение для польского доигровщика. Вот на этот раз через Вермилью. По идее, это должен был сделать Курок с первого мяча. Но он нас не слышит, поэтому можем об этом рассуждать. Это не подсказка ему. Еще тоже обратим внимание, что Паласко дважды задействует четвертую зону. Хотя мог бы вроде бы подключить и диагональщика Власова. Но нет, вот все-таки дают Куроку. Но мы говорили еще, в первой партии обратил внимание на то, что подавать, нападать-то будет в основном через четвертую, через Вермилью. А пока Курок подает на вылет первый эйс в исполнении Искры. Ну, подача была пушечная. Второй непроигранный, но ошибочный мяч. Переходящий, и Паласко сбрасывает на манер Вермилью, только уже одной рукой. Скидка проходит, и 7-3. У нас Бабичев вышел в прием сейчас. Замена либера произошла, тут можно менять их сколько угодно. Еще одна пушечная. На этот раз здорово справляемся и вовремя снялись. Если есть доводка, надо наверняка его забивать. Две подачи в команде Билхатова, на мой взгляд, это Курака и Влазлы. Надо сразу без раскачек отыгрывать. Если ребята распадаются, будет масса неприятностей у нас. Достали, здорово. Четыре мяча Скра ведет к первому техническому. Конечно, игра началась практически с снова, с нуля. Надеюсь, честно говоря, что наши зрители слышат эти тайм-ауты, потому что микрофоны висят, но были определенные проблемы у нас с имитаторским местом. Звук на тайм-ауты все равно не слышит. Паузу, наверное, стоит брать. У вас будет личная информация, личные впечатления.
Продолжаем игру. 8-4 Плинский будет подавать. Сетку. Плохо подбросил, очень невнятный накат. Тем проще нам. Александр Волков. Очко с подачи. Браво, Саша. Пятое очко у «Зенита», точнее шестое. Курок не доводит. Винярский. Вау. Без касания. Показывает арбитр, что было касание. И сейчас, я думаю, попросит видеоповтор. Опять же, не судится это. Видеоповтор ты не можешь взять. Смотри на повтор. Такой телевизионный. Чисто аут. Междуров прошел мяч. А вот, кстати, мы с тобой рассуждали о том, показывают или нет на больших мониторах. На больших мониторах нам ничего не показали сейчас. Но, когда камера заглядывает за спину видеоповторщику, то это идет на основной экран. А вот такие повторы именно трансляционные, да, тут не показывают. Интересно. Упреждение получают наши ребята. Ну, не вовремя принял арбитр это, мягко говоря, спорное решение. Вот теперь видеоповтор. Попросил его в Лазлы, и попал мяч или нет. И вот посмотри, кстати, на большой экран, что сейчас там. Вот, видишь? Да, на большом экране нам такой видеоповтор показывают. Сейчас выберут камеру, которая показывает линию. Да, вот мяч попал в линию. Это увидели и зрители на трибунах. И челлендж сработал. Поляки получают очко. 11-6 вместо 10-7. Достали. Отлично, ребята. Забивать Михайлову. Блок-аут. Надо спокойно сейчас не поддаваться вот на эту некую суету, которая появилась в игре после нескольких таких задержек, решений арбитров и так далее. Делать свое дело. Разбазарим эти эмоции, внутренние силы, то будет проблема. Лазлы как-то туда пихнули просто мяч, посмотрите, как он туда закатил. Ну, сейчас наши блокирующие ожидали сильного удара. И Междуров пропустили эту атаку. Ну, у нас прием на чужую сторону, и это почти наверняка очко соперника. Посмотрите, какой отрыв уже из игры. Плюс 6. В обратную игра покатилась. Такое большое преимущество, которое было у «Зенита» в первой партии, добилась и команда-хозяйка площадки. Кстати, вот у них полетела подача, да, и у нас начались проблемы. В первом сете подача была только «Зенитовская». Но подача — один из тех факторов, которые в этой игре могут многое решить. Есть кому у нас подавать. Вспомнить вчерашнюю игру с «Трентино», если в нужный момент Макс Михайлов не подавал, и непонятно, как что было. Игра на стороне соперника фиксируется главным арбитром в исполнении. Я имею в виду передачи на стороне соперника в исполнении Паласки. Вот этот момент. И абсолютно правильно Николай Паликов пытался атаковать его.
мяч был переходящий. 9-13. Смотрите, такая куча мала образовалась. Три игрока. Все бросились принимать. Вот эти укороченные буквально под сетку, второй метр, конечно. Ну что, Евгений Сироженец исполняет, создает проблему, а у нас он проблемы у Обмочаева, и наверняка Бабичев сейчас его заменит на приеме. Нет, не в этом розыгрыше, но у Алексея, к сожалению, вот это вторая уже ошибка, еще один мяч на чужую сторону. Переходящий был, да. И опять непонятно, что мы там изобразили на приеме. Турок добивает, да. Сейчас Бабичева поставят после технического тайм-аута. В этом нет сомнений никаких. Ну, давление сильное, конечно. Тут может дрогнуть любой, ничего тут страшного как бы нет. Да, точнее, страшного много, но... Не будем слишком строги сейчас в ключе Мачаеву. Эта игра, волейбол, все ошибаются. Это, я не знаю, покажут вам эти странные существа, которые сейчас бегают по арене. Но это нечто, я такого не видел. Ну, на таких попрыгушках. И еще и одеты в костюмы, уж непонятно, какой-то из звезд. Инопланетян. Мы снова полетели сувенирные футболки на трибуны. Мы видим эмоции игроков. Вот очень забавное действие на арене происходит сейчас. Возвращаемся на площадку. 16-9 Мадзонок подает. А кто у нас там в приеме? Бабичев. Вот как только у нас есть доводка, сразу мы снимаемся первым темпом. А Паликов сейчас все сделал. У нас с тобой тут еще оказывается рядом кладезь информации. Не обращал внимания, скорость подачи считают. Картинки трансляционной это нет, но буквально в 10 метрах табло. Так что можно тоже поглядывать в особо выдающихся случаях. Ох, как играет Сиво-Желез, грамотно и тонко. Снизу ему пасовал Михайлов. Очень неудобно было. Смотрите сейчас на повторе. Во-первых, сам Женя этот мяч достал. Тут же получил передачу. И как тонко попадает в правую руку Влазова. Смягчили. Михайлов. Достали. Надо забивать. Макс Михайлов. Блок-аут. Отлично. Молодцы, ребята. 12-16. Три очка подряд мы набираем. Да, и разница уже не кажется такой катастрофической. Подтянулись. Еще и опалик на подачу. Продавил сейчас Мазлый наш блок. Там в одиночку боролся с ним Сиво-Желез. Михайлов один в один обыгрывает Курока. 13 очко. Надо потихонечку по одному мячу раз за разом сокращать отставание.
Кура Квалт. Да, ну сейчас тут не о чем спорить. Касания быть никакого не могло. Ну, очень сильно атаковал, но очень вал. Михайлов, да. Всего лишь 4 очка отставания, не знаю. По такой игре это, я имею в виду, такой игре, как показывает «Зенит» сейчас, это не катастрофическое отставание. Можно спокойно выравнивать игру и бороться в концовке второго сета. Здорово! Здорово в защите! Браво! Вот эта игра! Без блока переходящий мяч атаковали поляки, и Бережко достал таки этот мяч. Никогда такого не видел. Говорю это не для приукрас. Такие мячи забиваются в 100 из 100. Вот сейчас даже интереснее посмотреть защиту Бережко, нежели завершение атаки Михайлова. Бросили наши ребята в одиночку, но тут, конечно, такая угроза в центре. Макдонат. Его оставлять без внимания никак нельзя. Бабичев доводит. Михайлов сбрасывает. Ау. Нет. Касание Моты было. Наши ребята не спорят. Явно сейчас поляки атаковали на отпуск по пальцам блокирующих. И вот смотрите, один. Ну да, попал. Да. Все честно. Клинский в защите что творит? Центральный блокирующий просто стоит по месту, в него прилетает мяч, он его подбивает. Удары такой силы, что их обработать невозможно, нужно просто стоять под ними и все. Тайм-аут берет Владимир Олегко. Здесь отрыв уже минус 6. Это не сложно, не можешь ее давать однозначно. Простая для тебя, она простая подача. Это с этого приема тяжело играть. Маш, ни одна скидка не прошла. Кто это? Кто? Встанет уже так дальше. Смотрите, как прыгают все трибуны. Никто не сачкует. Все работают. Продолжается борьба во втором сете 21-15. К сожалению, уже до 6 очков увеличили свое преимущество польские волейболисты. Вермилио заряжает на Михайлова, и Макс, неужели попал в трос? Вот сейчас можно спокойно брать повторы, время потянуть и... А вот было касание. Смотрите, попал сначала в руку Виньярский, а потом уже... Почему не берем челленджи мы сейчас? Или это тоже сейчас не регламентируется? Нет, касания блока нет. Еще раз напомню, 4 случая. Мяч попал в площадку или нет. Было ли касание мячом антенны? Касание с блокирующими троса. Да, и заступ. И заступ, да. Мяч попал в антенну, это тоже аут или можно продолжать игру. Пока не идеально, может быть, эта система. Срок
есть, если есть возможность посмотреть, а там польские режиссеры такие повторы выдают, что там абсолютно все четко видно. Ну почему бы нет? Хотя, конечно, это не официальное, не юридическое правило, поэтому к нему обращаться арбитр не может. Вот так по картинке два очка на вот этих моментах. Блок, на совести, да. Касание блока, да, вот судьи подарили полякам. Александр Волков подает сетку, и счет в этой встрече сравнивается 1-1. 25-16, заканчивается вторая партия в пользу Белхатова, и вся борьба у нас только впереди, друзья.